Сегодняшний матч судьи. Главный судья Украины. Судьи на линии. Никита Кудашкин, Владислав Зотов. Судьи Федерации хоккея Казахстана. Ворота защищают в команде «Юнайтед 2» Владислав Штыко, номер 20. В команде «Юнайтед 1» Альберт Коваль, номер 98. Шайбу забросил Александр Денисов, номер 91, команда «Юность 1». Thank you.
За атаку соперника, не владеющего шайбой, Малышева Балжанова Санжара Тутупека, номер 37, команда «Юнайтед». Передача Хакима Белова, номер 11, шайбу забросил Лев Лаврентьев, номер 55, команда «Юность 2». Команда «Юность 1» играет в полном составе. Шайбу забросил Александр Денисов, номер 91, команда «Юность-1».
Шайбу забросил Григорий Степанов, номер 61, команда «Юнгер-1». Шайбу забросил Александр Денисов, номер 91, команда «Юнгер-1».
Передачи Александра Денисова, номер 91. Шайбу забросил Никита Григорьев, номер 8. Команда «Юность-1». Передачи Тимирлана Шамтыкиева, номер 29. Шайбу забросил. Поправка. Передачи Санжала Тузупикова, номер 77. Шайбу забросил Тимирлан Шамтыкиев, номер 29. Команда «Юность-1». Передача Вадима Галькевич, номер 71. Шайбу забросил Даниил Терехов, номер 19. Команда «Юность-1».
Шайбу запросил Никита Григорьев, номер 8, команда «Юность 1». В команде «Юность 2» произведена замена вратаря. Вместо Владислава Шкинова, номер 20, ворота защищает Алдияр Серикбулатов, номер 3. Последняя минута первого периода.